За минувшие майские праздники в Тверской области произошло 47 ДТП, в которых погибло 5 человек и получило травмы 69. Итоги работы за длинные праздничные выходные подвели в управлении ГИБДД по Тверской области. Тему продолжит наш корреспондент. Майские праздники в этом году оказались особенно продолжительными, поэтому многие люди поехали отдыхать за город. В этой связи увеличился трафик на региональных и федеральных трассах. Так, на участке федеральной трассы М-10 в праздники трафик увеличился на 40% по сравнению со среднесуточными показателями. Если брать М-11, Москва-Санкт-Петербург, скоростная дорога, то там еще больше цифры. То есть средняя интенсивность у нас за майские праздники она увеличилась на 85%. А если брать вот первые дни, то более чем в два раза. И то же самое показала нам и трасса М-9 Балтия. То есть то же самое интенсивность больше чем в два раза увеличилась по сравнению с среднесуточной апрельской интенсивностью. Не обошлось первомайские праздники и без происшествий на дорогах. С 1 по 10 мая произошло 47 ДТП, в которых 5 человек погибли, а 69 получили травмы. Пострадали 8 детей в возрасте до 16 лет. Также в празднике сотрудники ДПС выявили 256 пьяных водителей, 20 из которых управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии повторно. Основными видами ДТП на длинных выходных стали столкновения, наезды на пешеходов и съезды в кювет. У нас было 2 дорожно-транспортных происшествия с погибшими, в которых виновниками были водители, не имеющие права управления. Это в Вышневолодском районе 9-го автомобиль УАЗ съехал с дороги и опрокинулся. Он не имел права управления. А также в Бельском районе 10 мая женщина тоже, не имея права управления, съехала в кювет, совершила опрокидывание и погибла пассажирка. В целом же с начала года, по словам Дмитрия Арзанова, число аварий в регионе сократилось на 23%. При этом ДТП с погибшими стало меньше на 25%, с пострадавшими на 20%. А подробнее актуальные вопросы, связанные с дорожным движением, будут обсуждаться с начальником управления госавтоинспекции по Тверской области в программе «Тема дня» с Ириной Чекуновой. Смотрите выпуск 18 мая в час дня на нашем телеканале. Возрастное ограничение 16+.